У нас следующий маршрут Архыз-Домбай. Сколько? 163 часа? 3 часа 165 километров. Ну, нормально там, наверное, там серпантин будет или что. Ну что, поехали. В Архызе хорошо отдохнули. Поехали теперь на горы Домбая смотреть. Мы остановились в сувенирной лавке. Вася, тетя выбрал платок. Ножи кинжал. Тяжелые такие. Чай только привезли, мы сегодня тут еще не разложили даже в мешках. Видите? Вот эти вот. Соли с Кавказа. Вот так. Эти, да? Они одинаковые, да? Одинаковые, вот это чуть побольше, видишь? Я взяла Нине в подарок. Носки такие симпатичные. Сердечком. И взяла. Сначала хотела взять чаи, потом точно не знала, какие она любит. И взяла ей приправу. Тут на плов и смесь трав. Думаю, приправы. С приправами точно угадаешь. А вот насчет чаев. Тарелка. Смотрите, какие симпатичные альпаки. Они в основном и тут зимние здесь. А здесь же в горах, ну как? Тут в основном снег лежит. Ну вот смотри. Тут закрутки, грибы, черемша. А, точно, да. Они просто. Тут белый сухой гриб будет. Сейчас она мне скажет цену, если по хорошей цене я возьму. Чаи. Здесь все одинаково. Спасибо. Это у девушки имя необычное — Шахерезада. Первый раз. Спасибо. Так, выбрали какую тарелку? Что, все? Подержи, мы сейчас я покажу, мы выбираем. Вот здесь два просто пейзажа. Несколько видов. Вот нормально. И это тоже пойдет. А где третья тарелка с горой? А, вот. Вот это, да. И вот, и это тоже пойдет. Так, я за эту, Васе это не понравилось. Мне все три нравятся. А, все три нравятся? Да. Ну, в Архызе пока у нас такие. А ну, посмотри, давай. Альпак. Внучку, внучки, да, возьми альпаку. Зайца синего не нашли, да, куклу не нашли. Альпаку возьми, альпаку. Розовую, да. Она вообще вот сейчас она... Красавица. В моде, наверное, что берут их хорошо. О. Мы на ферме были. Какие можно. Красивые они, да. Есть маленькие, но это красивее. Вчера привезли. Тут прямо на дороге храм. Мы пошли, вон Олеся с Васей еще тарелку не может Олеся братику выбрать. Пошли еще выбирать, я уже не хочу ходить. Я сегодня не рулевой, не водитель, не рулевой. Я сегодня отдыхаю. Назад, да, я буду ехать? Вы верните направо. Да, да. Не разряжали телефон. У нас погода хорошая. Сильного солнышка нет. Чуть-чуть дождь вроде хотел покапать, но... А это что, зеленчук или как? Куда мы приехали? Чёрт, если кто ехал? Это зеленчук-то. Олеся клубнику отказывается есть, Олеся сзади абрикос есть. Для абрикоса. Держитесь пока. Абрикосы невкусная какая-то. Писаные. Да, не созревшие. Тут возле кафе остановились беседки. Смотри, возле каждой беседки огонек Олесь. Ага. Ну, шишка молодая какая. Зеленая. Видно, фокусируется.
Вася остановился покурить через каждые 15 минут. Можно чуть-чуть погундють? Вася курит. О, девчонки, ребята, как тут красиво. Природа меняется. Где горы пушистые, где скалистые, но все равно красиво. Вот так, не, лезгинку, как так? Ты одел папаху, давай, исполняй. Не умею. Учись, ты же на Кавказе. Я просто ходить могу. Да. Если я привел, теперь постепенно, может, что-нибудь научусь делать. Мы проезжаем по Теберди. Тут, смотрите, сначала зеленые горы идут, а сзади уже заснеженные. Внизу речка. За полоса какая. Самые главные костры остановились. Проехали водопад. Хотим к нему подойти. Че это, Олесь? Я телефон на свой снимаю. Ой, навигатор. Да я потом скину, если что, Вась. О, смотри, какое дерево толщенное. 12 лет. На дерево. А, кто-то понаписал. Закрой машину. Ой, тут попрохладнее. Ага. Так, ехали, ветерок был теплый. В Архизе теплее, а тут прям к снежным горам едем. Да, тут надо дорогу перебегать. Тут снесут и не заметят. Вообще такие водители в Карачаеве, Черкесии, лихие. Вот. Так, река Лумруджу. Вася без Алиси, как без рук. Ой, что за прелесть маленькая. Только деревьев повалено. И с какой стороны мне подойти? Ой, смотрите, смотрите на этого красавца маленького. Можно даже ручки-ножки помочить. Столько деревьев, да, завалено? Это спины, да? Спины. Дерево это, снимаешь? Оказывается, большое. Снимаю. Давай сейчас посмотрим. А, вот так они, ну, да, и растут? И вот смотри. И вот треугольничек. Вот треугольничек. Да. Зеленый молодой. Так, как оно выглядит. Красивое какое, с этими бусинками. А вот это что такое? Это цветение, наверное. А, это на листочке, да? Да, плюшек. Красиво. Какая-то это, да? Ну да, она сфоткой чиновала дерево. Природа тут, конечно, очень красивая. А, пахнет как хвойная. А глянь, вот это вот. Ну да. А мы еще в Чечне хотели чинарики поехать собирать. Да. Вася говорит, думал,
куст такой, знаете, ну, большой, да, кустовой. Большую идею, вот, да. Ну, посмотрите, какой ствол, а какой. Это, блядь, ствол. Да. Кикси. Чигит какой-нибудь картинки. Так, ну чё? У нас первая остановка канатка. Там посмотрим. До третьего? Да. Не замёрзнешь? Нет, у меня спортивная куртка. Так, а по ценам? По ценам сколько там? А сколько стоит? А вон, первый, второй, способ там наличия. Один подъем, спуск. Вот по ценам, девчонки, ребята, скриньте, кому интересно. Так, Донбай, высота 1590 метров. Мы до самого верха на третий уровень. Вставать надо, да? Одного билета 2300 до третьего подъемника. На третий подъем. Билетики надо сохранять, да, пока? Снимать. Конечно, нам назад будет. Садиться еще. Снимать будешь. На. Ого. Включай, снимай. Давай, билеты. А здесь куча детей. Мама упала вот в этот час, да? Здесь, по-моему, выше. Или так же, как на импульсе. Первый подъем. Ну, круче, чем на Машуге, точно. У нас Машук 1982, по-моему, а тут 1500, почти 1600. На Эльбрусе с двух сторон дверцы. А, да, в одну заходишь, в другую выходишь. О, красотища! Девчонки внизу одни боялись подниматься. Ну как девчонки, наши с Олесей ровесницы. Боялись подниматься. Они только до первой поехали, они по третьей не поехали, по-моему. Не поехали, да, до третьей? Хватит до первой. Не, а нам нужно к звездам. Да. Нам чем выше, тем да. Больше. Вот водопадик, глянь. Все. А вот раньше вон, видишь, пошли вон они. Водопадик. Вон они, сидушки, видишь, вон они. А, да, старые, да, подъемники. Ага. Где старые сидушки? А вот, вон внизу, вон они. Вон, видишь, по одной, вон они. Видишь? Подъем, вон он. Сидушки. А где-то горы, горы. Увидел? Вниз, вон. А, вон, я вижу. Армения, да. У нас в Пятигорске тоже новые кабинки ставят на подъемнике. Уже, наверное, поставили. Когда уезжала, там они... Эти дамочки уехали уже вверх, да? Да, они, наверное, они вперед нас, да, прошли. Сейчас спускаться будем с первого подъема. Спрыгнем, чинарики будем собирать. Это в лесу много деревьев, чинаров. У Лермонтова, да, что-то про чинар есть? Да, да, чинары. Да, из Хатравини. Да, 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 да. Круто подымает все, а?
Вот природа, да, солнце палит и снег. А я когда еще была, вот на двухсе. Вот туда, Олесь. Вот туда забраться, глянь назад. На самую вершину, да, Вась? И флаг. Да, и рукой. В отразить. Я на двухсе дужках еще ехала. Вот его старый пик. Это у нас первый подъем. А здесь тоже он сувениры продает. Ты уже все сувениры купили, Олесь. Ты еще что-то хочешь? Что-то Танюхе что-нибудь купили. Да, Танюхе и моим Танюха моим бешеным внукам. Так, тут самое главное, чтобы попасть. Второй подъемник интереснее. Это поинтереснее подъем. Да. Смотри, какие сиделки. А это смешки нервные у нас, если что. Одиночный. Двойные на два человека. Это раньше были такие. А это можно и туда, они не раньше, они сейчас работают, просто отключены. Можно и туда подняться, в ту сторону. И на чем там сидеть будешь? Откуда она там течет? Тут видно. Уже снег, а вон с реки. Вон, глянь, дырка вон стоит, дырка. Ну там же, наверное, этот какой есть. Пушек сколько стоит. Здрасте, мордасте. Ой, какие, глянь. У вас лица не испуганные, нет? Нет. Нет, да? Ой, горнолыжники. Как да, соскочите туда на обочину и полетел. У него, наверное, парашют вместе с ним ездит, да? Да, они обученные, что ты думаешь? Это если нас поставят, мы улетим. Трасса горнолыжная. Два, а вот это третий, что ли? А мы только на этом, говоришь, на втором это, едем. Слышишь, ты говоришь, он вот этот короче, чем первый. Да он ну такой, да. Же, такой же подъем. А знаешь, они раньше было по-другому. Видишь, тут вон там, видишь, заканчивался. Поэтому я тебе говорила, что он короче. А вон, глянь. Они уже понастроили. Глянь, где мы откуда уехали, смотри. Смотри. Ты не урони мне этот, как он, телефона. Откуда мы уехали, видела? А то там все фотки наши. Тебе страшно-то? Мне туда нет. Смотреть. Откуда мы? Я просто боюсь вылететь с этой. А что там страшно? Ничего страшного нет. Так, тут уже попрохладнее. Ближе к снегу попрохладнее. Зубы уже начинают стучать чуть-чуть. Там зелено. Угу. Да, с одной стороны. Там снежно. С одной стороны зима, с этой стороны лето. Вот уже снежок здесь есть. Уже подтаивает. Горнолыжная трасса. Да. Вась, может быть, спустимся вот трасса, потом не на этом. Нет, на ней только осталось. Ложу пила здесь. Пока до низа докатимся, останется ушный хвост. Да. Ой, это что, лютик или что, Олесь? Где? А вот желтое поле, это что? Это. Лютики, наверное, да? Девчонки, кто знает. Красивые цветочки желтые. Мы на третьем подъемнике, здесь холодно. Мы, мы как всегда. Раздетые. Мы как моржи. Мы самые отчаянные. Мы как моржи. Ну, я думаю, что на Эльбрусе было холоднее. Да, самые отчаянные мозги. А чего она так медленно? Мне, чтобы побыстрее. На Эльбрусе я замерзла до костей. Я до сих пор мерзну от Эльбруса, не отошла. Ну, мы спросили у парня, говорим, не замерзнем. Он так посмеялся. Олеська, у тебя капюшон. 50 на 50 сказал. Ждешь, пока замерзнешь. Давай, на канатку. Давай, Дарин, спускаемся здесь и поехали. Давай. Сердечко платное, 100 рублей с человека. Сейчас дадим. Так, это мы поднялись на... Мы сейчас дадим. 3200. А что там? Они убежали? А мы Туров в прошлый раз видели уже.
Сейчас он позовет их или как? Осторожно. Так, лапой. Нас еще сюда звали. Да, да, уже все, вот сейчас, вот они последние, все. Как зовут вас? Марина. Марина, смотрите, вон там дикие козы, вон. А, да-да-да-да-да. Там кавказский тур называется. А, вон, смотри, я, вон он, вот стоит один сверху, видишь? А за ним еще там он. А вон дальше. Включил? Все, мы с третьего. Марина снимет. С третьей. Да, Вася, я потом снимет. Это скину. А спускаться прохладнее, ветер в лицо дует. Так медленно-медленно спускаться. Сейчас закроется, да, задубили. Сейчас закроет. Так у нас она проскакивает, да? Магнитик вот сейчас фотографирует там. И снизу продают магнитик. Фотография хорошая. И да, сразу замок щелк, чтобы не открыл никто. Ой, как хорошо, о, когда закрытая калитка. Да? Ага, замерзнет, но у меня ухо отвалится. Вася тоже задубил, да, Вася? Да что-то прохладно. Что-то холодно. Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? Вон одни крылья остались, а орел куда-то сбежал. Нет, ты становишься, у тебя сзади как нет, крылья. Нет, это ты как ангел, типа, Вась. Да ладно, я и потом, когда-нибудь ангелом будет. Фотография хорошая, мне прям нравится. А эта шпана, она там висит в этот, да, камеру? Да, камеры, да, фотографируют. Ну камера не могла иди это... Иди 7 июня. Написано даже, да, какого числа. Слышь, не могла камера сказать, Вася, сказать, убери телефон. Убери телефон. Вася, убери. Да, какие экскурсии тут. Водопады. Вот он водопад. Шанинский храм. Сентинский храм. Туманное озеро. Вот это тут большой, да? Вот это? Или вот это? А, вот это? А, вот такой, как видишь, со всей этой дела. Термальные источники, заповедник. Ой, какие. Заповедник, да. Все нормально сняла? Да, да, все засняли, все интересное засняли. Больше никаких козлов? Нет. Внимание, снегопад, туман, гололед. Так, нужно попробовать национальную, национальную кухню, Вась. Скачет. Хычинки давай. Вези нас... Хичина. Да, что-то надо попробовать. Да, хичины попробовать. Да. Нам больше ничего не надо. Хичины и чай. Да, и чай. И кофе. Так, а где тут было? Где-то тут было, да, написано, да? Да, ты только быстро не езжай. Да, помедленнее. Мы ездили, да? Да, остановились тут и хичины, жигалмы, шурма, нурма. Озеро. С мясом не хочу. Так. Я вот хочу с картофелем и сыром. Хочу? Да. Ты с мясом будешь, я Вася? Мясом. Олеся, ты что? А я хочу с сыром и зеленью. Угу. Три разных, да. У каждого вкусное. Так, что тут, да. Шашлык из барашки 3500, из курицы 2500, форель 800. Бургеры 350. Лагман, шурпа, борщ. Это не хочешь жидкое? Жидкое? Жидкое у Нины покушаем. Да? Да, Нина большая готова. Едем. Так, и горячий... Черный чай. Ты какой будешь, Олесь? Я тоже буду черный. Горный? А мы этот какой? Чайничек, да, возьмем? Возьму.
Или вот чай черный обычный. Кофе черный есть. Нам надо облепиху. Я облепиховый не хочу. Черный взять, натуральный. Растворимый. Ну, конечно, лучше натуральный. Натуральный вкуснее, а растворимый что? Так, ну что? Какой чай? Простой? Ну, или простой, или горный, или обычный черный. Да, горный. Ну, а вдруг ты в горном чабрец будет? Я чабрец не хочу.